Ну вот я пришел на свой огород 9 февраля 2019 года. Город Хайфа, Израиль. Это вот авокадо, дерево авокадо, которому 5 лет. Оно выросло у меня в горшке. Довольно большой горшок был. Стоял в коридоре в подъезде год. Потом я пересадил сюда. И даже не понимал, когда же оно зацветет. Сейчас надо залезть на дерево, посмотреть, что по морю видно через дорогу. Ну вот они начинают цвести. Вот как выглядит начало цветения. Они такие кисти выбрасывают. Довольно много цветков. Я бы так и не обратил внимания на это дерево. Вообще уже и не ждал, когда оно зацветет. А тут неделю назад пришел, вот это дерево обломилось. Ему 4 года. И у него вся крона была в цветах. Да. Вот так вот. Сейчас оно выглядит, эта крона. Ведро веточки поставил, думаю, может привью на другие. Ну и неделю назад вот попрививал на годовалые, двухлетние побеги авокадо. Эти веточки вот с этого. Посмотрим. Я звонил одному специалисту и сказал, что лучше всего прививать в апреле. В мае. Ну, я начал прививать, так получилось. С февраля. Буду каждый месяц прививать, а там посмотрим, что получится. У меня деревьев много, что больше сотни, наверное. Все тоже авокадо. И тут все авокадо. Однолетние авокадо. И там все авокадо. Вот трехлетние авокадо. Трехлетний, но она пока не цветет. Пошло вверх, но пока цветов не видно. Довольно высокое дерево. Вот такая радость у меня. Это вот какое-то фруктовое дерево. Абрикос, персик, я не знаю, что это будет. Что посадил косточки, вот она так вот растет. Их несколько таких. Вот еще одно дерево. Тоже из косточки, персик. У меня все только из косточки. Вот мандарин. Такое мандариновое дерево. И там еще одно мандариновое дерево. Это посадки тоже мои, молодые только. Пересаживал сюда авокадо, вот они так. Тоже очень много тут авокадо. Не все прижились. Легче всего приживаются самые маленькие. Большие уже приживаются очень тяжело авокадо. Вот большое было. Ну, оно вроде живое, но еще так чернеет ствол. Это все пересаженные, не выращенные, вот они пересажены. Они болеют. Пересаженные авокадо. Вот пересаженные авокадо. Вот так выглядят помидоры. Они еще с осени. Все цветут помидоры.
рассаду я выращиваю вот в ванне. Вот она у меня растет. И накрываю пленкой. Тут тоже авокадо посадил. Посмотрим, как он примутся. Ну, пока есть только папайи, много от ветра тоже попадало. Ветер очень сильный был. Но его можно есть, когда только оно желтеет. Вот одно желтеет, вот второе. В принципе, его уже и сорвать, наверное, можно. Так вот. Я вообще это не с голоду, не от голода, а для развлечения все это делаю. Я уже российский пенсионер, живущий в Израиле. Получу в январе вторую пенсию. За какой период, не знаю, но 78 шекелей за январь месяц я получу 2019 года. Такая щедрая Россия, обалдеть просто. Ну а зарплата у меня сейчас 10 тысяч шекелей. Если так сравнить пенсию России, зарплату в Израиле на хлебозаводе. Простой хлебозаводик там, это, ну, заштатный, на котором мало кто хочет работать. Потому что работа очень тяжелая. И Великая Россия платит 78 шекелей пенсии. Обалдеть. Ну так вот, вот еще одна папайя. Уже к концу года будет, наверное, плодоносить. Будет такое же высокое.